Приветствую вас на канале AsmodayPlay. Мы начинаем играть Call of Duty Hosts. Правильно, наверное, назвал. Так, ладно, сейчас настроим. Так, режим выживания для совместной игры. Сразитесь против орды пришельцев с отрядами других игроков. Сетевая игра. Компания. Итак. Файлы ролика. Давайте, новая игра. Начали. В этой игре автоматически сохраняется в определенных точках. Не отключайтесь питание, когда появится надпись сохранения. Конечно. Играем на обычном другое режиме. Время, другой враг. 60 человек из отрядов войск первого уровня отправили против 500 вражеских бойцов. Их цель — вытеснить противника из гражданской больницы, сохранив жизнь пациента. Мы удерживали позицию 3 дня, но численность врага была слишком велика. Из 60 осталось всего 15. Еще одну ночь, они бы не продержались, и враг это знал. Что происходит? Они эвакуировали людей из больницы, отправив всего одного из своих в качестве провожатого. Остальные образовали строй, укрывшись за телами павших братьев. Пока они ждали, кровь с трупов лилась на них. На эту кровь налип песок. Кровь изменила их, своего рода помазание. Когда враг приблизился, эти 14 бойцов восстали прямо из песка. Они стали невидимыми охотниками. Против их скрытности враг был бессилен. Когда кончились патроны, в ход пошли штыки. А когда штыки затупились, в ход пошли кулаки. Когда пыль и песок улеглись, из всех врагов в живых остался лишь один. Его нашли в пустыне. Он бесцельно бродил там, в бреду. Он рассказал своим товарищам о силах столь ужасных и могучих, что они могли быть только сверхъестественными. Он назвал их призраками. Прекрасная история. Все это правда произошло? Да. Да ладно, парни. Ты же не веришь во все эти истории. Ну что ж, ладно. Давайте двинем домой. Пошли. Идем. Так, а что у меня с графикой? Настройки, графика, полный экран. Видео дополнительно. Нормально, нормально. Размытие движения, искажение. Да вроде все. Так, а что-то низкая фильтрация. Ладно. Не бежит. Немного трясет. Такие вещи очень пугают вашу мать. Вашу мать. Что опять? Будет еще пара толчков, а потом все успокоится. Так, нажмите Shift для быстрого бега. Вот тут еще отстали. Нет? Пойдем домой, проверим, ничего там не сломалось. Так. Какой-то ураган прошел. Вулкан, что? Бегу, бегу. О, батю не задавите. Это не землетрясение. О чем ты говоришь? Кэш, отведи брата в подвал. А я за машиной. Опасно. Так. Давай, Логан. Нам надо сваливать, как я понимаю. Ну что, черт возьми, стряслось? Что стряслось? Куда, Логан? Залезай. Оп. Тихо, тихо. Я успел.
Дальше что? Куда он? Это стреляет? Что? Давай. Два. Один. Так, начинало сначала или как? За 15 минут до этого. О, еще предисловие. Ну давай. Земля. Космический шаттл. Так, я вот сюда должен попасть. Ой-ой-ой. Господи, как красиво. Фу. Блин. Космонавтом побыл пару секунд. Как здорово. Подожди меня. Тут ускорения-то нету, да? О, еще космонавты. Не понял. Ни хрена себе. Как это в космосе что-то захватить? Вы что? Ну, по крайней мере, для нашего времени это пока еще нонсенс. Хоп. Давай, по мордам ему. Есть. Сейчас у него там... Кровушка-то охренеть. Так, а я с патронами. Да иду, иду. Безопасная зона близко, живо туда. Запуск через 10 секунд. Команде перейти. Они загружают координаты. Ой-ой-ой-ой. Что нам делать? Идти в безопасную зону. За мной. Один загружаются координаты целей. По земле стрельнули. Господи. Покинуть космическую станцию. Подождите, ребятки. Вау. Их разнесло. Ну и вот мы в космосе. Дорогуша. Хватайся. Да хватайся ты. Хватайся. Смотри, они тоже тут. Наведение зарядов 3 и 4 Одина отменено. Но второй заряд по-прежнему готов к бою. Наведение завершено. Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Чикаго, Вашингтон. Еще не все, Бейкер. Наш тот Один. Нужно его ликвидировать. Не думаю, что вас слышим. Давай. Я бегу к тебе. Постараюсь. Ликвидировать.
градуса, левый борт или корму. Но дистанционное управление не работает. 23 градуса. Поставим эту банку. Посмотрите. Вот если спиной, вроде не так страшно, но когда поворачиваешься, понимаешь, что... Ё-моё! Вход в атмосферу сгорел. Все. Так, отклоняем. И... Оп, оп. Поджигайте топливопровод системы ДУ. Бам! 23 градуса. Так, а мы-то не выживем? Точно войдет в атмосферу. А мы? Специалист после. Кира! Господи, ее обломком задело. Связь с командой диспетчерской Одина. Повторяю, потеряна связь с диспетчерской Одина. Так, я тоже в атмосферу вхожу, да? Вслед за ним. Господи, меня одним шлейфом его только сожжет. Печально. Печальная история. Ну такая красивая. Ладно. 3, 2, 1. Говори. Вот я не понял. Чем-то... Чем-то энергетическим стрельнули или нет? Шлейф-то от чего? Да тихо ты. Да. Да подождите. Нужно прыгать. Куда ты меня ведешь? Где я? Ага. Беги наверх. Да я бегу изо всех ног. Только куда ты меня тащишь, я понять не могу. Мы вниз упали. Видишь, земля-то вниз уходит. Ты меня вниз еще тянешь. Беги. А что я сделаю-то? Ну, прилечь могу. Так, меня какой-то штукой... контузило. Логан! Эш, Логан, вы как? Ага, батька жив. Все в порядке. Только нам машина уже не нужна. Залезайте в кузов. Муж и Логан! Тащи его в кузов, давай. Тащите скорее. Меня. Надо сваливать отсюда. Давайте, хорошо, родственнички. Держитесь, ребята! Держусь. Ну? А эти-то выстрелы откуда? Мы же только всего 2 выстрела было. И все. Мы спутник-то уничтожили. Чё-то привирают тут. Сам видел, 2 выстрела было. Call of Duty Hosts. Hosts. Или Гетто. Ну ладно. Восхождение Федерации началось много лет назад. Когда огромные производящие энергию пустыни были уничтожены, наступил коллапс зависевших от них держав. И тогда же началось возвышение Федерации. Федерация объединила всю Южную Америку под одним знаменем, поглощая все на пути своей безжалостной экспансии на север. Обратив против нас Один, Федерация встала на границе Америки, готовая нанести удар. Они считали, что мы ослаблены. Легкая жертва, ждущая последнего удара. Мы сражались долго, упорно, пока не оказались в патовой ситуации.
И здесь, в кратерах нейтральной зоны, мы теперь ведем оборонительную войну с превосходящим нас противником. Прости, не разбудил. Думал, тебе лучше отдохнуть. Какой красивый Собакин. Тише, парень. Слушай. Райли что-то нашел. Ну да, мне. Берите снарягу, идем. Так. Второе оружие какое? Отряд 2, вы рядом с нами? Запрещаю, мы снаружи. Парни, вы что-то нашли? Райли нашел. Как раз проверяем. Так точно. Так, мы будем защищать выход. Конец связи. А тут нет никаких дополнительных информаций. Так. А, только лечь. А сесть нету, да? Ну-ка. Настройки. Управление. Действие. Нет. Перемещение. Пригнуться. Не назначено. Пригнуться можно. Пригнуться можно. Ну, вот так. Ха. Сюда. Давай. Оп, голуби. Приходите. Так, нам вот по этой куче ползти. Не в эту сторону, да? Ты за мной хоть идешь? Близко. В дверь справа. Олени. Кажется, Райли проголодался. Здесь лучше ничего не есть. Когда вернемся, я тебя покормлю. Это мы где-то. 6-1, доложить обстановку. Красивое место. Все нормально. Есть. Направляемся к пункту сбора серебро, как слышите? Манекены. Да, скоро встретимся. Манекены. Мы выдвигаемся. Так точно. Эх. Вот она. Набит жуть, но держится. Эй, сержант. В секторе чисто? Почти. Надо прочесать эту сторону стены. Так, Альгемия, завершить обход. Ага, вот все. Так. Левая смотреть миссии. Надо торопиться. Перестроиться у заправки. Еще бы. Так, Голливуд. Недалеко от Голливуда. Я не знаю, где Голливуд расположен в Америке там. Поэтому... Так, ладно. Ой-ой. Ну-ка. Так, далее. Ищи. Что это за оружие было, которое так вот разлом забахало? Ты слышишь? Там кто-то есть. Ждем Райли. Если он атакует цель, стреляйте. Убрать их. Огонь на подавление! Давай. Минутку. Да. Сейчас мы всех их повыносим. Опять разведчики. В пятый раз за этот месяц. 2-1, тут очередной разведотряд Федерации. Нет. Встречаемся у центра. Перегруппироваться. Есть, мы уже в пути. Опа. Что-то я не то взял, что ли, оружие? Да, вроде все то. Вот срань. Отстаньте от него! Su país caerá tan fácil como su gente. Ай, вперед! Райли, вперед! Надеюсь, я его прибил. Нужна огневая поддержка. Не спасли. Так, ну-ка Собакина оставьте. Вот за Собакина-то я вас всех порву. Тихо. Сюда. Сынок. Райли, рядом. Всем свободным отрядом. Усиленные бойцы Федерации. Требуем
Ага. Слышим вас хорошо, бросайте дымовую, мы идем к вам. Вас понял! Первый у нашей позиции! Так, удерживайте, не значит на время бега, чтобы сделать подкат. Понятно. Где он? Банка нет уже. Тихо, 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 тихо. Блин. Ладно. Пока читал, это завалили. Он здесь вот был. Хотя хорошо помню. Вот так даже. Ну давай так. Сейчас вот так мы пойдем. Как только это оклемаемся. Тихо, тихо. Чего ты там застрял? Так. Блин. Сложновато в них в этой штуке-то увидеть. Ладно. Да. Так. Где вы? Не высадил никого? Так, кто у нас еще там? Да. Где? Тихо. Кто так стреляет-то? Еще и попадать надумал. Так, отдышимся. Мы под обстрелом, мы под обстрелом. Давайте. Я выхожу. Скорая. Так, а вы чё ко мне-то? Какая у нас задача-то? Поддержите группу на КПП у реки.
Так, настройка управления. Так. Действие. Стрелять. Так, ну это понятно. Обзор. Перемещение. Геймпад. Понятно. Подождите, сейчас я его выкурю. Союзники у зеленого дыма! У зеленого дыма свои! Где? Зеленый дым, видим. Он у меня на ручке стелится! Сюда, Райли! Логан, хватай гранатомет и займись птичками, мы прикроем! Гранатомет. Да без проблем схвачу. Если бы знал бы, где он. Вот он. Птички, где они? Райли, вперед! Подержи, блин. Перезарядим. Ой-ой-ой. Ну, спасибо тебе. А где он? Так. Минутку. Все? Чисто! Все чисто! Капрал Дэвис, отвечаете за транспорт. Вас понял. Возьму на себя транспорт. Логан, ты на охране сзади. Давай. Раз я на охране сзади. Собакин? Ты со мной? Давайте, поехали. Так, а мне не надо стрелять, ничего? Так, это враги, как я понимаю, нет? И мы смотались только потому, что у нас были их автомобили. Или ни хрена нет? А, там же точно. 20 минут спустя Форт Санта-Моника. Это наши были. Зеленый дым же. Рекс. Господи, столько техники, столько всяких незнакомых лиц. Так. Пошли, надо найти старика. Запасов мне не дадут. Ищем старика. Пап. Старик. Я слышал о нападении. Парни, вы в порядке? Как всегда. Прогуляемся. Так, я так понимаю, я тоже должен идти. Отец, они казнили гражданских. Я знаю. Их разведотряды собирают падальщиков и бродяг, надеясь найти вход в город. Так они и захватили Даллас практически за ночь. Чем можем помочь? Пап. Папа, ответь. Слушайте, парни. Вы последние, что осталось у меня в этом мире. Пап, послушай.
Но я только вам и могу довериться. Послушай, а? Что бы это ни было, мы с Логаном... мы готовы. Вы отправитесь в нейтральную зону. Секунду, что правда? Вы слишком долго оборонялись. Так что я отправляю вас за стену, ребята. Вы свяжетесь с разведотрядом, соберете столько информации, сколько сможете, и вернетесь обратно. Так куда же в нейтральной зоне мы отправляемся? В общем-то, кому и знать, как не вам. Вы отправляетесь домой. Домой. Ну, пойдем. Дом, милый дом. Go home. Лос-Анджелесом и Сан-Диего был нанесен огромный урон, когда Один повернулся против нас. Пляжи, которые я помню с детства, теперь заброшены. Повсюду мины. Отец сказал, мало кого направляют в нейтральную зону. Слишком опасно, непредсказуемо. Раз он послал нас сюда, то это очень важно. Но я все не мог избавиться от мысли, что он нас снова проверяет. Хочет преподать урок. Все, может быть. Так, похоже, у нас все в порядке. Начинаю сканировать сектор. Вижу врага. Вражеский патруль Запада. В бой не вступать. Пусть подойдут. Этот че, с чем там? С минами, что ли? С миноискателем? С чем? Вперед. О, у меня спецсредство хорошее. Хорошее спецсредство у меня. Третья группа в 30 километрах. Нужно смотреть в оба, могут быть и другие. Объединитесь с разведотрядом. Ну. Ждите. А кого ждать-то? Двигаться дальше. Ангел. Сталкер 6, говорит Викинг. Мы на пути к цели, как русский прием. Вас понял, Викинг. По последним данным, в этой зоне куча врагов, так что будьте начеку. Пока идем по расписанию, так что добыли данные и назад. Понял вас. Бассейн какой-то. Чисто. Эй, ты смотри. Никогда не думал, что опять ее убил. Кого ты там? Думаю, это значит, что пора шевелиться. Рассматриваю. Я на башню смотрю, там снайпер может быть. Ты что, совсем все забыл, а? Черт, это место нагоняет на меня дикую тоску. Ну же! Тоску на тебя нагоняет. Что тут, землетрясение или что? Здесь нужно идти осторожно. Оу, ландшафт ушел. Черт, ого. Ни хрена. А меня эта башня настораживала еще. Все в порядке, мам. Ты просто толчок. Все, упало туда. Птичку. Тух. Нет, не могу подбить. Оп. Вот я слышу их. Вот
вот так. Так его падал, так. Супер. Господи, мне это так нравится. Собакин, ты лучший друг человека. Вот и он. Я возьму этого. Ладно, Логан. Устроили обычные дома, вдруг тут остался Молли. Так, ну там трое. Так. Ты в окно не пойдешь, да? Погоди, вижу снайпера на балконе. Он мой. Так, сначала охранник. Давай. Давай, так его падло. Ой, хороший мальчик, Райли. Супер пес. Так, а мы что в это время перебегали куда-то? У меня почему такого пса нету? Почему он у тебя только? Блин. Че у тебя? Это что такое? Так, я что-то не совсем понял, конечно, дробовик какой-то. Нормально. Ну, с такого расстояния вряд ли в кого-то попаду. Подожди. Спокойно. Цель на один час. Давай. Тихо ты. Собакин, ты живой? Так, это мне уже более знакомо. Но я так думаю, еще и помощнее будет. Давай. Орды врагов. А чё ты не высовываешься? Давай. Опа, сюда. Чё-то взорвалось. А это взрывается? Да. Викинг 1, мы получили данные о перемещении врага прямо перед вами. Если поспешите, сможете их перехватить. Так. Файл 1. Не знаю, что это дает мне. Где они? Вот так. Нормуль. Прикройте. Ему конец.
Допрыгнулся, утенок. Идешь? Проходите. Сколько вас там? Что встали? Так, у меня задача собрать данные в операции так в этом районе. Это ни хрена уже где. А я чуть было не расстреливать не начал их. Что ты? Чему радуешься, я не пойму. Кого ты тут видишь? Ни хрена их там. И мы туда идти должны. Почему у нашего дома они? Вау, собаки. А что мне может попасться? Так, ты не прыгаешь, но зато прекрасно ползаешь. Так. Так, куда мне? Сюда? Так, мы внутри. Попробуем выяснить, что тут творится. Все уничтожено. Так, давайте следующий. Ух ты. Как оборотнем играешь. Спокойно. Может, обойдется. Уходите, давайте, ребятки. Уходите. Хрен там я нажму. Осталось-то немножко. Я надеюсь, собака в камуфляже у меня.
ползем, ползем, ползем. Так, эти расходиться не собираются. Парень на трейлере, видишь его? Вижу. Укрупнул на штат, посмотрим, что там. Ничего себе. Батарейка садится. Бумку. Неужели ты думал, что со мной будет так просто? О, нет. Нам с тобой еще многое нужно наверстать. Всех перебросить на базу Чарли! Включай его! Операция возвращения будет идти по графику! База Чарли, операция возвращения. Викинг, вы где сейчас? Вам лучше ускориться раза в два или останетесь одни. Вас понял, уже в пути. Хорошо. Помечаю точку сбора. Вытаскивай оттуда Райли, встречаемся у выхода. Так, 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 так. Проведи Райли на юг, к точке сбора. Доведу я. Вон они, мои ребятки. Ребята, я вам освободил место. Я заслужил косточку. Ну как я? Вот этот Собакин точно заслужил, чтобы его кормили и любили. Так, все, мы как бежим. Обходными путями. Чего хочет этот пес? Райли, рядом! Эй, спокойнее. Что-то здесь не так. Мальчик, что случилось? Медведь? Так, назад. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, давай, 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 давай. Хрен тебе, хрен тебе, хрен тебе, хрен тебе, хрен. И меня не сожрешь. Собакин, я не дам тебе помереть. Падла. Фу, я думал, помру. Поднимай. Тварь. Нет, ну волки не виноваты. У них природа такая. Федералы везли одного парня на базу огневой поддержки Чарли. Он ваш? Да, Аякс. Ладно, времени в обрез. Можешь остаться с нами, но слушаешься меня во всем. Это ясно? Да, сэр. Ты Собакин. Давай, бежим. Пойдем с нами, Рекс. Я буду звать тебя Рекс. О, ты монстр. Ну давай посмотрим. А, я чуть не упал. Будьте аккуратнее, будьте осторожнее. Это лодка, да? На воздушной подушке, что скажите нахрен. А, кстати, лодка на воздушной подушке. Ни хрена себе лодочка. Да уж. Старался.
Кто это по мне? На, собакина, не дам в обиду. Это наш. Зайдем на второй этаж. Я надеюсь, не зря зашли. Сейчас мы вооружимся чем-то другим. Это что, снайперская винтовка? На. На. Ну, вроде неплохо, да? Патронов, конечно, к нему маловато. Да нам насрать. Мы будем воевать. Хорошо. Какая четкость у этой линзы прямо таки. Без линзы нет такой четкости. Задание выполнено. Ну? Думаю. Они вылезли как из-под земли. На этом видео все. Они сделали себе репутацию за пределами стены. Она подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и увидимся в следующем видео. Мэрика Киган. Это о них говорил отец. Призраки. И кто-то все же посмел бросить им вызов. Они направлялись в Сан-Диего, на территорию Федерации, чтобы найти своего человека, Аякса. Призраки. Раньше они нам только снились, а теперь мы собираемся вступить.